Уважаемые товарищи, добрый день. После очередной поездки в войска начальник генерального штаба Валерий Васильевич доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Я понимаю, что тогда, когда идет бой, об этом никто не думает. Как в боевом смысле работать, как отражать. С вами практически в окопе сражались и еще два бойца, которые пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли. Ну, во-первых, хочу сказать, что да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину. И они искупили свою вину в полной мере. Это первое. Второе, конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения. Но, может быть, вы не знаете, но сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания. Как они с вами оказались-то вместе? Да? Ник? Ладно. Как будет складываться, расскажите. Вы командир, да?